Слушай, давайте в тюнинг-мастерскую съездим, поставим там на маршрутик. И, собственно, будем ехать. Сейчас посмотрим, откуда нам ехать. Да ты не туда, ё-моё. Какие результаты? Я тут надрываюсь, покрывая долги этого психа. Злюсь из-за Гарри. И мне хочется принять ванну. Я сутками из машины не вылезаю. Смирись. Есть новая работа. Проверь карту и выдвигайся. Отбой. Так, вот сюда, в общем, перемещаемся, в лесок. Да что ж ты, я маршрут не туда поставил. Так, еще раз маршрут сюда. Угу, отлично. И поехали. В принципе, по прямой не так далеко, да и выбора-то у нас нет, все равно ехать надо. В другую сторону, походу. Да, в другую сторону. Угу, отлично. Через лес, через край, все весело, все круто. Ладно. Так. Вроде все хорошо. Только знаете чего? Я подумал, и мне кажется, что лучше мою тачку, возможно, все-таки. Хотя, ладно, пока не буду. Или. Не знаете, давайте все-таки мою тачку сменим на BMW-шку. Так, где она тут? На ней я все-таки быстрее доеду, потому что она более спортивная машина. И доеду я на ней однозначно быстрее. Так. Пока едем, пока все хорошо. В любом случае, мне все это дело нравится. Главное сейчас нам более как-то скооперироваться с напарником и стараться не устраивать ДТП на дороге. По крайней мере, во время гонок, то бишь миссий. Так, кстати, вот посмотрим, что там. Интересно, за миссия? По идее, удержаться на дороге, я так понимаю. Тупо удержаться на дороге в пределах трассы. Ну, будем надеяться, что... Ай-яй, уже навряд ли. Ну, кстати, странно, машина себя повела как-то, в которую я врезался. Ну, хотя бы на бронзу, я надеюсь, я заработаю. Ладно. Ладно. Вот бронза есть, все отлично, все хорошо. Бронзу мы заработали. Даже серебро. Слушай, может, и на золото хватит, не? Ну, чуть-чуть. Да, даже на золото хотел. Слушай, отлично. Великолепно. Вот, 20-й. 20-й уровень золота. Круто. Она нам сейчас максимально прибавит. 25! Великолепно. Мне нравится. Да что ты, задолбала меня все время перемещать обратно на машину стоячую. Ладненько. Так. Что я хочу сказать вам, дорогие мои друзья. Мы сейчас в тоннельчике едем. В принципе, прикольно это все. Мне вообще в тоннелях нравится ездить. Такой гул хорошенький в них обычно. Ну да ладно. Наша задача тупо доехать до... место назначения. Там, кстати, какая-то фигня светится. И да, о, слушайте, она прям рядом. И попробуем-ка съехать и найти ее. Да что ж тебя. За деревьями деревьев не видно. Так, а где-то она там. Где-то там. Нет, не там. Вот тут. Вон она. Была, походу. Эйц, назад. Вот она. Вот она. Так, отлично, зачлось. Хорошо, поехали дальше. Привет, пока. И поехали. Так, там куда-то в ту сторону, но я поеду, как изначально планировалось, этой трассой проработанной. Здесь сворачиваем. На дорожку заезжаем. И на трассу снова возвращаемся. Отлично. Высоковольтные линии там смотрю. Так. В принципе, все хорошо. Вон, напарник переместился чуть вперед. Я так понял, он так и будет прыгать. Так.
пока все хорошо. Странный какой-то звук, но, видимо, это как-то связано, что там плохая дорога, типа. Ладненько. Продолжаем. Откуда же вы появились-то, засранцы? Вы сейчас это видели, да? То есть ничего не было, и вдруг ремонт дороги. Ага. Вот такая вот живая игра. Ну, тут, собственно, все появляется попутно. Прям замечен, что ли, да? Ну, вот фиг вам. Ладненько. Поехали дальше. Продолжаем колесить. Эть, нам вот сюда. Так. И вот так вот. Эть, готово. Осталось чуть-чуть. Всего лишь 17 километров. Ну, уже даже 16. Так, опять наш друже прыгнул вперед, дабы нас догнать. Так, надо аккуратненько ехать. Ладненько. Так, машины. Внимание всем басам. Поступил звонок о нарушении движения в районе патрулирования. Я понял. Вот, нас опять разыскивают, нехорошие люди. Ладненько, разгоняемся, там все равно по прямой ехать. Итак. В общем, все в этой игре прекрасно и весело, и интеллект, в принципе, у людей нормальный и прочее подобное. Мне, в принципе, нравится все это. Воу, хотя насчет интеллекта я бы поспорил. Без поворотников начал поворачивать, засранец. Ладно. Все нормально. Человека не сбили, все хорошо. В общем, в Майами уже находимся, по идее. Дейтона, так называемая. Но это не Майами, это что-то близкое к Майами, я так понимаю. Хотя, я не знаю. Так, что это? Постараюсь оказаться как можно дальше от радиуса преследования. Воу, новая миссия, круто. То есть там тупо надо вперед сжать. Вперед, вперед и вперед. Так, бронзу прошли, легко и просто. Но я думаю, до золота, наверное, дойдем. Я, в принципе, не думаю, что это так сложно. Серебро прошли. И, ай-яй-яй! Ну, все равно дойдем до золота, собственно. Да, дошли до золота. Великолепно. И в копа врезалось. 23 уровень золота. И сколько он там делает-то? 14 всего лишь. Ладно, пусть штабе полежит. Так, продолжить. Не дадут они мне. Не дадут они мне ее. Забрать. Засранцы. Ладно. Иксвару. Не-не-не-не-не. Не хочу арестовываться. Ай-яй-яй, больно. Ай, больно. Так, ладно. Валим от них. Просто валим. Быстрее вперед. Даже на бронзу не заработал, черт! Жалость какая. Ну, 1600 чем-то там очком зато получил. Ладно. Пшел он! Сказал я ему и улетел сам. Ладно, едем дальше. Воу! Медицина меня протаранила, когда я на нее наехал. Ладно, надо. Да, эй, меня-то за что? Напарник умудрился меня толкнуть, при этом я вылетел вперед. То есть он вывел машину из строя, видимо. Понял вас. Пытаемся его засечь. Оставайтесь на связи. Прием. Сенсор, он ускользнул. Ладно, отлично. Понятно. Всем экипажам. Подозреваемый ушел от преследования. Отбой. Ждите дальнейших указаний. Теперь напарника преследуют. Я думаю, что он оторвется лучше, чем я. Так, я не люблю эту хрень, хотя, знаете, дайте-ка попробуем, в принципе, не так часто собираю. Эй, ну зачем? Зачем ты меня пинаешь так? Это нехорошо. Так. Не люблю я, на самом деле, вот эту часть миссии, которую надо собирать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не обломал сбор мне. Так. Вроде все нормально. Всем патрульным. Немедленно найти и обезвредить. Все ясно.
Зараза. Ладно, бронза, 21 уровень, плюс 9, там хрен с ним. Пройдет штаб. Опять с полицией, но тут проще. Они меня достали, поэтому ну их нафиг. Притормозим-ка! Отлично. Муха-ха-ха. Осталось 4 километра. В принципе, я думаю, мы легко до них доберемся до нужной нам точки. Да чтоб тебя! Повеляем задом на этой миссии. Сюда. 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 Теперь сюда. Такси, не мешай! Сюда. Машины, машины, не мешайте мне, машины. Так. Надо аккуратнее ездить, потому что здесь что-то много машин. Довольно-таки. Так, аккуратней, ну, и я, черт, не набрал даже до серебра. Обидно. А, она еще меньше, это нафиг. Нафиг тогда ее. Так, едем. Поворот. О, наш друг тут сбивает светофоры. Приехал в чужую страну, сбивает светофоры, живет по своим правилам. Нельзя так делать. Надо аккуратненько. Видишь, вот я вот не сбил светофор. И не важно, что до этого чуть корову не задавил. Хоть это здесь и невозможно. Но все равно. Все равно. Надо ездить аккуратнее. Сказал я. Не врезался в фургончик. Кстати, фургончик чем-то, знаете, напоминает какую-то то ли инкассаторскую машину, то ли некое подобие фургона из сериала Декстер. Хотя вот этот больше напоминает. Ну, кто смотрел, тот поймет, о чем я. Вот. Хотя, в принципе, они все похожи. Так, ладно, что у нас здесь в IT? Давайте входим, смотрим. Смотрим, что у нас там будет. Так, ага, у нас нету суперкара для этой машины. Блин, а почему они так сделали? Печалька. Нельзя. Ну ладно. Так, коллекция, набор, ну да, нельзя. Обидно. А жаль, я, кстати, погонял бы. Ну окей. Так, суперкар. Так, уровень 20. Ну да, оплачено Зои. Покупаем, чё? Бесплатно же. Почему бы нет? Вау, классно выглядит. И 317 сразу, смотрите. Так. Давайте сразу металлик поставим. И поставим ей... Давайте фиолетовый, да. Ну, еще такое ощущение складывается, что они, по-моему, все одинаковые почти что. Так, внешний вид, что я еще там хотел поменять. Это, наверное, знаете, давайте все-таки какую-нибудь наклеечку сделаем, только не флаги. Гонки, черепа. О, давайте вот такую. Прикольная наклеечка, мне нравится. Купить. Ну все, наверное. Я думаю. Наверное. Да. Южная группировка 5-10 крокодилы доступна для выбора. Если хочешь, можешь сменить группировку. Не, нафиг группировку, не хочу сменить. Волки, все-таки оно как-то
больше нравится, поэтому буду в волках. А вот. Так. Давайте, знаете, купим, посмотрим машинки, которые здесь есть. Поехали, заодно тачку оценим. Воу, прям смотрите, слушайте, с места разгоняется, прям топит. Мне определенно нравится машинка. Она стала прям более хорошей. В плане езды, по крайней мере. И повороты, смотрите, как. Хорошо в повороты довольно-таки входит. Ой, слушайте, мне показалось, что это копы были, блин. Мне казалось, такси простое. Машинка управляется прям вот, прям классно, в кайф. Слушайте, мне нравится. Вот он, наш друже опять подсоединился наконец-то. Куда-то он вылетал опять. Ну да ладно. Посмотрим, в общем, что у нас продаются за тачки в этом магазинчике. Ой, да что ж такое-то? Хотя вроде проезжал мимо, но... Точнее, должен был проехать, но видите, как врезался. Ладненько. Как красиво, такой большой, хороший мост. Мне нравится. Впереди город виднеется. Прикольно. Так, притормозить чуть-чуть. И вполне неплохо можно доехать. Ладненько. В Майами, кстати, классно. Ну, в плане прикольно. Тут пальмы растут. Приятненько так. Много воды. Школьные автобусы. Так, дилер Майами. Заезжаем в магазинчик. Что же он нам предложит? Так, так, так. Меня уже заинтересовало то, что здесь находится. Сейчас посмотрим. Shelby GT500! Какая классная тачка. Надо ее потом будет купить. Собственно, на ней, скорее всего, буду проезжать Америку. Aston Martin. Угу. Так. Maserati. Gran Turismo. Lamborghini Miura. Какая классная тачка. Наверное, сейчас я ее куплю, скорее всего. Corvette. Ferrari. Ладно. Давайте. Давайте, давайте, покупаем ее. Отличненько. Вот, собственно, как внедорожник и стриткар она не годится, но как суперкар она прям идеальна в этом плане. Тюнинг-мастер. Машинка с очень низкой посадкой. Покупаем, конечно же. Конечно же, покупаем. Отличненько. Только сейчас ее, наверное, надо немножко подкрасить, я думаю. И, в принципе, все. Хватит с нее. Что еще надо-то? Так, ну официально мне не нравится, естественно, цвет металлик. Сейчас давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так вот, как-нибудь вот так вот сделаем, посмотрим. А, кстати, красненький, так прикольно, она не смотрится, смотрите, да? Вообще, на всех спортивных машинах такого типа красный смотрится отлично. Честно, как мне ни одни не нравятся. Так, крыльев нет. Так, порожки. От порожки, наверное, поставим. Давайте вот эти. Диски, зеркала, спойлер, спойлер. Спойлер. Он один. Ну и ладно. Так, капотик. Ладно, пофиг. Так, выходим, наверное. Да. Отличненько. У нас появилась новая тачка. Новенькая тачечка.